Глава региона Вячеслав Федоричев уделяет большое внимание мнению жителей. В регионе действуют пункты приема обращений граждан, где самарцы могут оставить свои жалобы и предложения. Не остаются без внимания комментарии и сообщения в соцсетях главы региона. В числе тем, которые волнуют самарцев, реконструкция речного вокзала. Здание было построено в 1971 году и давно нуждается в преображении. Речной вокзал немножко устаревшее здание, поэтому, конечно, надо восстановить, и чтобы было более современное, красивое здание. Его нужно восстанавливать, за ним нужно ухаживать, что-то делать хорошее для того, чтобы он выглядел хорошо. Его надо сделать таким же красивым, как у нас ЖД вокзал, как наш аэропорт. Это все-таки, будем говорить, лицо, речное лицо нашего города Самары. Поэтому он должен быть красивым, обязательно должен быть красивым. Чтобы даже проплывающие корабли желали сюда обязательно подойти. Очень много сейчас, особенно турпотока, и это лицо города, это первое, что видят туристы, и особенно эта гостиница серая такая, да, грустная немного. Я считаю, что все должно быть красиво, ярко, как сама Самара. Я бы подремонтировал его, а то у него вид, извините, какой-то потрепанный, да. Вот, так, чтобы отремонтировали все-таки лицо речного города. Здание уже достаточно обветшало. Ремонта требует обязательно. Прогулки по Волге, это и перспективно, это красиво. Это должно быть, и вокзал сам должен отвечать уже требованиям современности.